Если повествование автостопа иногда страдает некоторой расплывчивостью и вольностью формулировок, то это не желание создать автотеленовеллу. Это авторская передача, и о накипевшем, заменяя короткий и емкий мат, я могу говорить только так. А это короткая информация о автоспорт-тюнинге. С недавних пор меня лично ушибать начало слово «заказ», потому как он имеет безграничные рамки во времени. Но здесь не на заказ, а сейчас есть весьма полезные вещи, при которых возможно без труда восстановить пошатнувшееся здоровье авто и добавить немного спортивного адреналина. А вот вещи, которые реально доказывают, что автоспорт-тюнинг, ну, в общем, находится в лидерах автомобильного же тюнинга в городе Магнитогорске. Куда приехать? Ну, на набережную 2. Зачем приехать? Вот я приехал, в конце концов, и дождался. И, кстати, недолго ждал, между прочим. По времени гораздо быстрее, чем я заказывал запчасти в очень продвинутых магазинах автомобильных запчастей. В итоге, очень скоро будет инсталлирован топливный насос на 225 литров в час. Да. Дальше будет, в конце концов, заменен регулятор давления топлива. Вот он есть, пожалуйста. Так. Ну, фильтр мне не нужен, и рекламировать воздушные фильтра нулевого сопротивления смысла нет. Ну, хотя вот есть карбоновый, который в два раза легче, чем железный. В конце концов, я очень долго же ждал переходник на руль, на Skyline R33. И вот он тоже есть, как ни странно. И это радует. А есть и еще вот кое-что для Mitsubishi Lancer Evolution. Блин, поднять тяжело. Ох! Ладно, вот так вот покажу. Это спортивное сцепление. Эвика в городе много? Я думаю, что не залежит. Ну и, соответственно, а это уже просто можно слюнки лить. Буст-контроллер от Apexy. По-моему, круче даже не найти. И никуда ехать не надо, ни в Америку, ни в Японию. И, собственно, что есть в наличии? Расходники типа фильтров – это раз. И этому никого, казалось бы, не удивишь. А теперь по нарастающей. Выпуск – это два. Красивый, сочный, а не визгливый. Оптика, взамен расквашенная в битве, это 3. Рули, феньки, примочки, это 4. И под цифрой 5, которую мы с удовольствием поставим автоспорт-тюнингу, это пружины спортивные, причем как на отечественные самоделки, так и на многие иномарки, мягкость которых некоторым не нравится. А также дополнительные приборы, элементы оперативной подстройки параметров и многое другое, перечисление которого ушатало бы эфирное время. И вот вы решили заняться автомобильным спортом. И не надо забывать о собственной безопасности, о безопасности вашего автомобиля. Итак, любимый всеми нами дрэг рейсинг, то есть поездка на 400 метров. У вас там нет времени смотреть за показаниями тахометра, и вы можете легко перекрутить двигатель. Но поставив тахометр с осечкой, он вам легко подскажет, когда необходимо переключиться. Дальше еще интереснее. Если вы все-таки ездите быстрее, чем черепаха ползает, и опять же, любите контролировать свою скорость, поставьте проекционный LCD-дисплей, и будете летать как на самолете. То есть перед вами будет табличка такая, и вы на ней будете видеть свою скорость. Хорошо, любите турбоавтомобили. Если вы заглушили автомобиль, оборудованный турбиной, то рано или поздно турбина вам скажет: «Каюк, братан, поставьте турботаймер, есть здесь и сейчас». Окей. Жарко, да, у нас на улице 28 и 30 градусов, и машина перегревается. Отрегулируйте момент отключения своего вентилятора. Но есть еще много очень полезных приспособ, и они есть в наличии. Знаете, чем отличается провинция от столицы? Нет, не ценами. Они практически идентичны. Разница в квадратных метрах. Но основная разница в стремлении жить, а не существовать. А жить надо. Даже когда что-то не удается. Даже когда тяжело и все пол. Но мы же когда-то все жили, смотрели, завидовали, мечтали. Если не могли купить, делали своими руками. А сейчас? Казалось бы, многое стало доступно. Необходимо только малое желание. Так куда оно девалось? Растворилось в стакане обыденности или потерялось чаще проблем? И насколько трудно вернуть его? Решать, конечно, каждому. Но заглянув в глаза людей окрыленных, искать его необходимо. –